О, привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. И сегодня мы начинаем новую серию, четвертую, про нашу ванную комнату на чердаке. Кто не смотрел, посмотрите предыдущие три серии. И как вы помните, на них мы израсходовали 180 евро. И сейчас посмотрим, сколько в этой серии у нас уйдет денег на наш ремонт. Что мы будем Нам делать? нужно будет убрать плитку, нужно убрать раковину, значит, сделать нам канал для нашего кабеля трехфазного, вот этого толстого. К нему у нас подключена сауна. Думаю его сделать. Вот здесь розетка, нам она не нужна. И вот вверху розетка, и здесь кабель проложен. Я думаю это все вытащить, раздолбить. И он так и он выйдет у нас сюда. Так, отметил я, где у нас будет раковина. Центр. Это вот. Значит, здесь у нас будет канализация. Купил я по совету Алексея. Кстати, подписывайтесь на канал Алексей Чурсин. 32-ю канализационную трубу, так как здесь была 50-я. А мне, чтобы меньше раздалбливать, 32-ю трубу. И здесь я потом врежусь в 50-ю. Так что это без проблем. Так, здесь у нас будет краны. Горячая, холодная. И вот так сделал. Так как уклон должен быть там 2-3 сантиметра на метр. Как раз у меня так получится. Мы здесь задолбим вовнутрь. Трубу утопим. Сверху пустим горячую воду, она у нас выйдет здесь. А снизу вот эту трубу опустим, здесь сделаем тройник, и у нас пойдет холодная выйдет. Вот такой у меня план. Так, стена у нас будет примерно здесь. Но это уже будет в другой серии. А здесь просто нам надо в этой серии сделать. Короче, ну раздолбим мы раздолбим, пол раздолбим, здесь вот так где-то. Чтобы нам электричество проложить в полу. И это все другое. И ровно заштукатурим, чтобы у нас была подготовленная стена к плитке. Выведем сюда еще отсюда электричество, чтобы у нас провода были на будущее. Так как здесь будет зеркало. Ну, как-то так. Так что приступаем. Сейчас откручиваем. Убираем раковину. Так, помаленечку я начал уже. Убрал зеркало. Сейчас мы с вами берем раковину и трубу. Чтобы убрать раковину, надо здесь все отрезать. Отключить воду. Ну и все. И, кстати, я вчера поставил ее сразу на немецкое Авито, как сказать. Бесплатно, чтобы кто-то забрал. Сразу написали, что заберут. Думаю, хорошо, что не возиться с ней. И также написал насчет батареи. Батарею поставил за 1000 рублей. Думаю, может кто-то купит. Ну, со всеми регулировками, с уголками. Тоже посмотрим. Так, ладно, делаем. И опа, она. Все, снял. Так, сейчас пока трубы, я не знаю еще как пойдут. Поэтому я их просто отодвину. Как бы загну. И начну долбить. И вот так мне надо будет раздолбить и пол. И уже нарисовать, где будут каналы. Каналы раздолбить. Пилить я не хочу, потому что очень будет пыльно. Попробую, наверное, ну, зубилом, здесь стена мягкая. Или так, высверлить. Еще надо эту трубу выпилить, потому что она мне мешает. Так что тоже надо освободить. Так что... Так, поехали. Так. Кабель я убрал. Трубы я... Вот так загнул. Так, нарисовал здесь, где мне надо выдолбить. Вот столько получается. Здесь у нас канализация пойдет, слив. 55 от пола, от чистового. И сверху будет вода. Тоже не знаю, может быть также сделать шину, чтобы удобнее было прикрепить. Все, здесь кабель убрал. Сейчас мы плитку отдолбим. Ну и здесь отдолбим. Потом стену замерим. Ровно, а не ровно по плоскости. Продолжаем. Так, объясняю сразу же. Здесь, вы знаете, да, для канализации вода горячая, холодная. Потом еще замерим, может надо будет подскоблить.
Здесь у меня пойдет кабель к сауне на 2,5 мощности, на, короче, трехфазный. Так, здесь у нас трубка, кабель заводим, здесь концы оставляем, здесь соединяем. И у нас пойдет в этой трещине и выйдет сюда. Здесь у нас будет потом розетка. Здесь я все проковырял, там уже небо. Мы кабель засунем и все это запеним. Так, ну так-то все. Здесь только отдолбил, мне пока этого хватает, чтобы унитаз не трогать. Сейчас все, короче, проводим, замазываем, делаем красиво. И эта стена у нас будет готова. И тогда можно начинать с этой. В принципе, батарею можно уже убирать, воду сливать с нее. Я ее закрыл. Провел кабель для розетки. Запенил все. Здесь в трубе, здесь соединил, здесь выбил. Так, показываю, что я сделал. В общем, батарею я убрал. Пока так. Здесь у нас холодную воду я уже подцепил, провел. Все вроде сухенько. Здесь капает, но здесь у меня временно это. Я хотел воду брать, из-под мотки капает. Так. Канализацию вот так проложил 30-ю. Так, и сейчас я хочу сделать вот эту горячую воду. Хочу сюда запустить. Просто немного здесь не знаю, как это обыграть, канализацию. Сейчас подумаю и сделаю. Так, как я сделал уголки? Ну, просто прямо на пробке закрутил к стене и все. Друзья, все, короче, воду подвел, холодную, горячую. Канализацию пока еще не подвел, потому что здесь она будет по-другому, но уже крепление приделал, примерно поставил, как оно должно быть. Надо купить резинку, переходник на 32 на 50, чтобы ставить. И здесь вот так загибал, короче, некрасиво, но, короче, как получилось. Не мог я никак, лучше красивее. Такая фигня получилась, так что не обессудьте. Все вроде сухо. Здесь вот, где плитка кончается, мне кажется, стена будет. Так, хотел вам показать. Вот смотрите. Вот я убрал, да, старые. Хотел показать внутри, как выглядит. Конечно, трубы, которые с горячей водой, немного, конечно, пожелтели. Видимо, от температуры. Но вот внутри вот такой налет. В принципе, все чисто, вообще нормально. Все хорошо. Что я хотел сделать, у меня почему-то не получается. Я, короче, хотел вот так унитаз поставить. Как стоит сейчас вот эта система. Но что-то мне не нравится. Во-первых, я не знаю, как ее крепить вверху. Здесь что-то так все тяжело получается. Если нормально сделать, то тогда вообще получается, но еще сантиметров на 5 будет выходить. Это для меня тоже плохо. В общем, вот думаю, не знаю, в следующей серии должен придумать, как это лучше сделать. Или оставить как есть. Мне будет проще вот этот поставить здесь. И будет, в принципе, то же самое. То же самое. Да, немного стена получается здесь выйдет. Ну вот, будет вот так. Короче, вот затруднение, не знаю, что придумать. Вы что посоветуете, как сделать? Так или так? Унитаз, в принципе, и так будет торчать на 53 сантиметра. И здесь будет он также. Здесь, конечно, так удобнее. С одной стороны, ты головой никуда не упираешься, если в туалет ходишь. Или и так сидишь, можно в окно смотреть. Короче, непонятно. Так. Что здесь? Здесь мы сейчас, все у нас сухо, все я переделал, сейчас не капает. Сейчас я туда пеню, немного закрываю всякой фигней. Пеню чуть-чуть. И мы с вами эту стену ровно заштукатуриваем. И она у нас будет готова. Ну что, понятно вам все. В общем, стену я выправил. На сантиметр был завал. Короче, штукатурочкой, сюды. Короче, сейчас у меня плоскость. Это главное. Все, короче, готово здесь для
оклейки плиткой. Ну, конечно, я не считаю, что нужно еще, конечно, будет загрунтовать там. Может быть, еще замажем гидрой. Короче, еще не знаю. Так что, так. Так. Здесь, в общем, у нас готова эта стена. В следующей серии мы перейдем на эту стену. Еще подумаем. Ну, я у вас уже спрашивал. Насчет материалов. Сколько мы расходовали на нашу вот эту стену. В общем, на фитинг где-то 40 евро. Там два крана, два уголка, два Т. Потом трубы не считаю. Канализация, труба со всякими там переходничками. Что еще? Мешок штукатурочки. Наша любимая Ротбанда. И, в принципе, все. Итого у нас вышло 65 евро. 65 евро прибавим к прошлым сериям. Итого у нас получается 250 евро. Так что, друзья, спасибо вам, кто смотрел эту серию. Ждите другую серию. Надеюсь, выйдет скоро. Но как пойдет, как сказать. Всем желаю здоровья, счастья. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался, ставьте лайки. Берегите себя и своих близких. А мы пойдем работать дальше. Пока. Пока.